Ну вот. Мы тут у епископа Клеопы дома. И мы тут еще одного брата нашего драгоценного встретили, который тоже знает епископа Клеопу. Это наш дорогой Питер. Земля круглая называется. Ну, в общем, здесь встретишь знакомых. Вот, а мы привезли здесь детям. Детям привезли конфеты. А, чтобы они покушали конфеты, потому что, ну, мы спросили, и на самом деле вот этого малышня, она долго не видела конфеты, то мы захотели порадовать епископа и его детей, его жену, семью, порадовать конфетами. А оказалось, что Иисус Самуил обрадовался. Мась, ты рад конфетам? Такому количеству конфет? Это здорово, да? Да.